Всем привет! Сегодня я вам покажу, как приготовить очень вкусное дрожжевое тесто. Для приготовления мне понадобится мука, сахар, масло растительное, яйцо, соль, дрожжи и вода. В теплую воду добавляем немного сахара. Температура воды должна быть не выше 35 градусов. Дрожжи. Все хорошо перемешиваю. Если вы будете использовать сухие дрожжи, их должно быть в 3 раза меньше. Накрываю чистым полотенцем и убираю в теплое место. Через 15 минут добавляю соль, сахар. Перемешиваем. Яйцо я размешиваю и добавляю только 34 грамма. Теперь просеиваю муку. Теперь замешиваю тесто. Замешиваю тесто я около 10 минут. Сначала оно будет липнуть к рукам. Через 7 минут добавляю растительное масло и замешиваю еще минут 3. Тесто я накрываю пищевой пленкой, полотенцем и убираю в теплое место. Через 40 минут тесто увеличилось в 2 раза. Обминаю его. Опять накрываю и еще раз убираю в теплое место. Через 1 час тесто готово. Можно приступать к выпечке.